За последние полгода брещане уже успели соскучиться по спортивным мероприятиям, ведь ограничения, связанные с коронавирусом, не позволяли их проводить. По этой причине фанаты футбола с двойной радостью встретили новость о проведении отборочного тура фестиваля «Мама, папа, я. Футбольная семья». Если раньше у нас проводились много марафонов, пробегов, разных волейбольных соревнований, баскетбольных, то сейчас просто все очень-очень скучают. И поэтому на этом фестивале у нас получился очень большой ажиотаж. Мало того, что пришли зарегистрированные заранее участники, так пришли еще люди, скажем, целыми домами и детскими площадками. Я пришел сюда с родителями и друзьями. Мне нравится футбол, люблю играть в него. Пришел, чтобы выиграть первое место. Говорящее название фестиваля «Мама, папа, я. Футбольная семья» такое уютное, мирное, а потому и на стадионе «Юность» было по-настоящему тепло и дружно. Многие не в первый раз гоняют мяч, некоторые впервые пробуют себя в качестве футбольной команды. Объединяет всех и пап, и сыновей, и даже мам с дочками любовь к футболу. Мы пришли сегодня в первый раз, но знаем об этом фестивале уже по прошлому году. У меня двое мальчиков, которые занимаются футболом. Один занимается сейчас, второй, к сожалению, по физическим причинам пока не занимается. И папа у нас тоже любит футбол, поэтому пришли всей семьей, всем составом, мама пришла поддержать. В этом году фестиваль может похвастаться рекордным количеством участников. 89 семей зарегистрировались заранее, чтобы попасть на долгожданное футбольное мероприятие. Стать участником могла любая семья, имеющая хотя бы одного ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь участвуют все желающие семьи, которые мама, папа и как минимум, которые имеют одного ребенка, они могут зарегистрироваться. Заранее была вывешена реклама. Это можно было сделать и в социальных сетях, это можно было сделать через телефонный звонок. Они регистрируются, и затем подбивается база. 89 команд в этом году заявилось, приняли решение поучаствовать в данном фестивале. Все участники разделены на команды по возрастным особенностям. Значит, папы, мамы. Дети 5-7 лет, дети 8-10 лет, дети 11-12 лет и дети 13-17 лет. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники футбольного фестиваля, независимо от возраста и пола. К слову, отборочные туры в этот же день прошли в Дзержинске и Сморгоне, а на следующий день эстафету приняли Пинск, Дятлово и Глубокое. Победители в Бресте определились в числе лидеров семьи Шишкиных и Ярушиных.